Практически завершаем строительство моста. Это такая первая крупная инфраструктурная стройка в нашей стране за 20 лет независимости. К большому сожалению, нет других примеров. Но ведь еще год тому назад эта стройка мертвая стояла. А всего в Киеве надо по-хорошему иметь дополнительно примерно 4 моста. И они будут появляться. Вот уже в этом году начнется строительство кольцевой дороги вокруг Киева. Она будет предусматривать либо тоннель под Днепром, либо мост. Но и то, и другое будет строиться. И в течение 3-4 лет будет построено. А в целом по стране уже сейчас примерно реализуется 300 крупных инфраструктурных проектов. И все это за год. А дальше Украина будет развиваться гораздо более серьезными темпами, чем сейчас. И все это делается просто потому, что проводится абсолютно разумная экономическая политика. Реформы. Правительство сейчас в трудной ситуации. Вот то, о чем рассказывал Томас. Повышение тарифов, приведение их к реальной себестоимости. Это курс, которому люди не аплодируют. Пенсионная реформа. Это тоже не прибавляет нам популярности. Поэтому правительство стоит перед очень сложным вопросом. Найти разумный баланс между необходимостью реформирования и необходимостью сохранения стабильности –